Да, ну всем привет, ребята, это веселые минутки. Да, и мы играем против лучшего пулевика сия шахматного Феникс. По крайней мере, не то, что лучше, он самого быстрого, это точно. Сам Платон. Да. Прости, пожалуйста, я не знаю, как тебя по батюшке, Гальперин. Ну, позиция необычайно веселая. Для такого, кстати, почему... А, да, хороший тактик. Как защитить? Никак. Без качества. Платоша без качества. Но это ни о чем. А, я думал, без второго качества. Ну, на c6 надо закидывать. Ну, в упор, наверное, надо пробивать, нет? Платон, чего он сопротивляет? Ну, что делать? Я бы тоже сопротивлялся. Нет. Ты бы не сопротивлялся. Почему? Ты бы давно уже загнулся. Ну, нет. Я... Так, ну все. Ну это все. Пока держит. Ну, правда, недолго, конечно. Сейчас король туда подойдет. Там же будет все. Как только он пожертвуется на... А, вот так он решил. Ферзь прошел. Да, прошел ферзь. А что ж такое? Это какой живучий. Живучий. Не, ну правда, за последнюю соломинку хватает. Предлагают взять пару ходов назад. Не соглашайся, не ведись на все эти. Что ему там померещилось? Вторая. Тараканчик. Тараканчик? Тараканчик. Так, взял. А почему? Наверное, зря взял. Так, ладно. Чуть не пошел сейчас конь d7 чуть не пошел. Было бы интересно. Оно бы, ну, интересно было бы недолго. Ну, конечно, надо поменять ферзей. Да не, если бы он сам поменял бы, я был бы счастлив. Скорее всего, в этой партии мне дадут мат. Ну, 3-0. 3-0. Сыграл. Что делать? Слон f5, e6. Шажок. Ну все нужно. Ого, жертва. Да бей. Почему нельзя? А. Ой, нам защищено. Я понял. Я просто думал, уже пешка на e5. Ладно, правда, я как-то не получил мат, но... Но времени очень мало. Да, поменялись. Было... Ого, поменялись все-таки, да? Они поменялись. Да, но времени мало, и у него по-прежнему сильная инициатива там. Даже без этих... Даже без ферзей. А все потому, что тараканчик. Ну да, да, тараканчик плохой был выбор, согласен. Для пули. Да, e5 хочется. Но о, ведет. О. Какой хитрый. Ладья c8 надо. Столько времени, кстати, отнял на этом. Да, чувствую, тут я флаг не удержу. Ничего не поделаешь. Это же пулевик. Да. Без качества. Ну, тут флаг просто упал, все уж. Неужели так безнадежно? Может быть, мат какой-то? Я ничего сделаю. А, да, это ничья же. Отлично. Ты доволен собой? Ну, выиграно легко, но я с 9 секундами не стану играть на пульте. Давай не будешь играть тараканчик. Ну, уже не сыграл. Уже Платон его не допустил, точнее. Ничеечка. Ну, ничеечка нормально. Ну, Е4 пора. Ну, очень быстро, но я ничего не могу с ним сделать. Слона на Б4 пустил. Ну, кстати, не только быстро, он еще играет неплохо достаточно. Так-то в шахматы тоже более-менее. Е4. Просто... Е4 угроза была сильная, конечно. Нет никакой угрозы. Вообще неприятная позиция у черта. Сюда. Я пытаюсь что-то сделать. Ничего не получается. Он, да, все-таки взял. Да, давно пора на самом деле было. Ферзь h4. Ушел. Так Е4 же было. Е4, Е4, хорош. Ой-ей. Ой-ей-ей. Ферзь g6, да. Слон h2. А, нет. Все, мат идем ставить, конь f3. Нет, никакого мат. Не допускает. Опять мало времени. Да, тут, боюсь, на ничейку мне уползти не дадут. Попытаюсь ускориться, конечно. Конь там на e5 куда-то. Да. Не дает. Хорошо играть.
что намного важнее для пули играть очень быстро. И вот постоянно сдает качество. Очень быстро. Да, здесь точно ячейки не будет. Будет безнадега. Да, как это держать-то? Да, флажок упадет. Стоп, нужно все пешки съесть. Не даст? Даст, наверное. На ячейку соскочил. А, он не будет. Хитрый Платон. Да, только это все равно ничья. Почему? Сейчас тебе засчитают поражение. Нет, слон против ладьи не выигрывает. Сейчас тебе засчитают поражение. Считает мне ничего. Смотри. Смотрю. Блин. Печально. Нет, уже матовых позиций слон против ладьи. Все правильно. Так. Дебют Пети Андреева. Пора бы переименовать защиту перцев Имцева в дебют Пети Андреева. Да, согласен. У меня уже безнадежно, по-моему. Ну, в дебюте Петя Андреева. Итак, ферзь Е7. Ферзь Е2, ну нужно же ферзь Е2 играть. Ой, не туда. Тоже не туда. Мы оба играем не туда. Все, почему? Потому что мы бездарные. Ну еще потому, что это пуля. Платош как-то шлепает вообще быстро. О, ничья с повторением ходов. Да, по-моему, техничнее. Но он не хочет. Ну и зря, кстати, он не хочет. Белых-то получше, по-моему. Я не понял, как он может так быстро играть. Не то у меня чуть-чуть подлагивает интернет, не то он действительно настолько быстрее. Трудно мне сказать. Может быть, оба фактора влияют. Не, ну Платон должен что-то здесь придумать еще. Ну вот, еще например. Еще белых выиграно по-хорошему получит. Ну, почему он качество постоянно сдает? Не знаю, это его любимый прием. В пулю. И не дает поменять ферзей. Ну он знает, чувствует, что если ферзи поменяются, то... Пахнет жареным. Я приду за ним, да. Поэтому я выиграл ферзя. Все, тут победа. Да. Но он будет рубить. Да нет, даже, мне кажется, не будет долго рубить тут. Нет никакого смысла это делать. Он технично сыграл, что я короля не заматую сразу, но это не очень влияет на результат, я думаю. Пора ферзя вести, нет? Хитёр-бобёр, слушай. Второй пошел. Перекрылся. Третьего проводи. Да. Да я уже провел, что партия закончилась. Все, пошла. Сколько у нас счет там общий? 3-1. 3-1, нормально. Против лучшего блицора Феникса, конечно. Не блицора, пулевика. Пулевика. Лучший блицор играет против лучшего пулевика. Штурмовика. Очень интересный матч в этом плане. Ну мы не будем растягивать видеоролик. Это будет, наверное, последней партией. Именно в этом конкретно взятом ролике. Ну, возможно, если матч продолжится, то снимем еще пару партий. Что это такое? Что это такое? Жертва. Это была жертва. Так, зачем я ее пожертвовал, не знаю. Ну, бездарно. Может, не так уж бездарно, но и не одаренно тоже. Е3. Ну да. Опять Платон жертвует качество. Да, у него уже было лишнее, почему бы не пожертвовать? Б4. Ну, неудачно зевнул сюда. Б4 надо было. Б4 выиграло. Платон уже выиграл сейчас. Пока ты там не смотришь. Ладно. И лишние 20 секунд. Лишние 20 секунд на часах. Понимаешь? Всю боль? Да, не сколько там, чуть-чуть лишнего времени, а 20 секунд. Ну, уже не выиграл Платона. Какая разница с 20 секундами лишнего времени, он даже с него проигран, он выиграет. Ну это должно было случиться. О, ферзи поменялись. Да, это, кстати, не может не радовать. Ладья въехала. Так, ну все, осталось отъедь пешки и будет ничья.
Не хочу ничего, я хочу выиграть. Ну, пока Платончик вряд ли так быстро даст тебе это сделать. О. Так, пока это не ничья, пока это победа черного, да? Да, конечно, пока пешки есть, победа черная. Ладья, ну почему и так-то? Можно так, в принципе. 4 секунды. Будет рубить. Ну, нужно съесть хоть что-нибудь. Все. Ой-ой-ой. Ну что, будет победа или нет? Победа уже. Победа. 4-1. Поехали. Все, черненький. Так, это была последняя партия.